Так, все. Стоп-старт сделал. Через 2 минуты у вас появлюсь. Ну и жду сетку. Вместе с вами. Вот. И начнется потом, в общем-то, игра. Так. Игры, точнее. Сейчас я нас поставлю. Чтобы на Твичере стрим шел. Он начнется, когда стрим поднимется, а я пока отвлекусь ненадолго, нам поговорить не буду.
Фу, все, ребят, я здесь должен начаться. Сейчас уже стрим у вас давным-давно. Вот, сейчас мне нужно все переименовать будет. Так. Так, ждем сетку. А вот и сетка подъехала. Так, СК2ТВ переименую. Twitch сейчас проверю, переименую. Вам сетку покажу. Нормативе поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: скромное спасибо за стримы. Спасибо. Так, с кем-то там револьвер собирается. Опа, револьвер Ваня у нас. Вот какой у нас тут расклад, смотрите-ка. Касс отсутствует почему-то. Опа, а почему касс отсутствует? Ну что, конечно, револьвер Ваня — это единственная пара, где наши есть. Вот, поэтому я сюда и иду. Прошу прощения. Все, Twitch пошел, ребят, кому это нужно. Здесь игра начинается. Добавляю на Team Liquid Stream. Спасибо тебе, норматив. Спасибо всем за поддержку, ребят. Видите, все вроде как работает. Поддержки просто немного сегодня относительно. Но в любом случае, всем за все спасибо. Когда корейский ВЦГ, ВЦГ не будет больше. ВЦГ 3 года назад его не стало, как бы. Теперь только ВЕСК у нас. Турнир есть такой, существует, вот. Ну что ж, поехали, поехали. Револьвер Ваня, это вот 3. СНГ ЗВЗ, молодой Ваня, игрок очень молодой. Вот, против Ревы, который вернулся с ВЦС, мягко говоря, не ахти там отыграл, но... Ну, посмотрим, что будет здесь. Пул первый там и там пошел, что самое интересное. ПМчик можно пока посмотреть. ФП от револьверчика, ФП от Вани. Ну, молодой жмет быстрее, чем Рева. Это логично. Сообщайте мне в чатике иногда, какой счет у Блая будет. Оп, счетчики починили, вижу, это замечательно. Счет... Все вроде неплохо считается теперь.
Так, отбегают линги от репчика. Ваня на пофиг бежит в лоб. Он быстрее будет, кстати, у револьвера, чем револьвер у Вани. И Ваня делает еще лингов и беллинг-нест. У Ревы беллинг-неста нету, кстати говоря, что самое интересное. Линги прибегают, а Ваня стопудово здесь ему хватит, чтобы отбиться юнитов. Как бы я уверен в этом. Револьверчик забегает наверх. Здесь револьверчик 4 линга встречает Ваню лингу. Так, ну идет движуха, вроде как у Ревы лимита больше. Заметил ли Рева беллинг-нест? Нет, не заметил. Ну и газ Ваня не добывает, но на 4 бейна ему тем не менее хватит, кстати говоря. Муф раньше у Вани на секунд пару будет, но это ничего ему не даст особо. Хотя, может, пару лингов и сгрызет он. Смотрите-ка, пару-тройку сгрыз, бежит в контратаку. Здесь у нас что? Здесь у нас плеточка пошла. 5 бейнов Ваня морфит сейчас. Револьверчик пытается нагнать сзади, с тыла. Так, привет, Тига. Ты про какую политоту говоришь? Так, Ваня заходит наверх. Я просто не вижу пока политоты, честно говоря. Ваня, что ты делаешь? Черт побери! Грызи ты плетку, ё-моё, надо было плет... А, там линги более больше. Я отходил сейчас, где там политоты-то? Может, ты не на моем стриме политоту увидел? На моем стриме нет политоты. Ctrl-Shift-G. Да, давайте. Ctrl-A поставлю. Вот левый Ctrl. Раз. Два. У Ани другие. Ctrl-A. Хата на первой. Здесь беллингов Рева как-то развел. Сейчас забегает на мейн. Начинает атаковать мейн. Кажется, у Ани все плохо, но он провалил. Пуш сейчас, конечно. Не смог законтролить там в атаке. ГГ, пишет Ваня. Не покидает игру, я жду вторую. Так, еще раз посмотрю. Следующая пара Хина против Кина. Хина против Кина. Победитель попадет на победителя Ревы Ваня. Отказался Ваня играть, что ли? Да не, вроде здесь. На главные стримы про Украину, про то, что у ней. Как называется-то, кто стримит? Я просто не в курсе, если честно, вот. Помню, что задержка 2 минуты. Может, случайно они туда попали, я без понятия, если честно. Лер. КЗ, Тига, ну ты напиши просто, может, что-то про, не про контроль, я-то просто уже стримлю сегодня сколько, поскольку я начал-то, ребят. 14.00 я начал сегодня, пока там оформлял эти все
канала, короче, и играть не стал. Сам начали мы с Кунг-Фу Капа в 14.00, потом в 17.00 Блая смотрели. 3 часа до 8. И вот в 8 группа ВСК начинается. 16 лучших сентября на группу ВСК бьются здесь. Был Каз с Блаем в участниках, но Блай отказался в пользу шоу-матча, который он сейчас играет. Каз, я так понимаю, тоже отказался, но почему, не знаю. Как бы, хотя он был в топчике. Решил не играть. А, китайские иероглифы, кстати, давно надо убрать. Я еще его собирался на самом деле вот этот переместить еще сегодня на Кунг-Фу Капе. Завтра мне напомните, что я место поудачнее хотел выбрать, чем на длинного. Вот. Я найду поудачнее место. А, всегда это был стрим. Типа Антимайдан там или Лерса какого. Ну там стрим какого-нибудь типа того. Я не знаю, там были как бы, да, там стримы, но они как бы, да, скрытые были. Сейчас, видимо, они просто, ну, открыты. У меня, кстати, нету ничего. Может, у вас сортировка какая-то другая стоит. У меня популярные стоят, и ничего нигде нету вообще. Да нет. Вообще хаза, ребят. Короче, Ваня опять прессует револьвера. Я вообще не заметил, как это произошло. Почему здесь такая тема? Ваня с одной базы прессует. Куда ты убежал-то? Что ты делаешь? Ревует Лингов тоже ошибочно вперед. Сейчас Ваня их всех разваливает. Че Ваня делает? Не может быть кто-нибудь объяснить? Че он назад-то отбегает постоянно? Так, заходит на мейн. Королева сгрызает раз. Королева сгрызает два. У револьвера 18 лингов заказ, но Ваня отстает. Вот чё бегал, не понимаю. Забежал сюда, грози здесь уже вообще. Ну понял, Тига, да разберутся там на самом деле. Я ну, не обращал внимания. Все будет нормально. Еще второй только день, еще столько там фиксить, ё-моё. Еще ни хрена, сегодня премиумы не работали, поддержка там еле-еле, там, короче, даже, ну, не поддержать канал на премиум, людям не подписаться никак было. Говоришь, что основное, да еще не сделали такое даже, что за счет чего сайт живет, блин. Короче, Ваня, казалось, что успешно к Ревчику забежал, но в итоге нет, не успешно. Забежал, Рева отбился, потому что Ваня что-то туда-сюда бегал, непонятно как-то вместо того, чтобы просто разрывать в куски, там, в клочья, сгрызать все. Вот, в итоге Рева контрпушит, уже сгрызает Ваню. ГГ пишет, Ваня, револьверчик, победитель. Ну что, надо бы хинокину попытаться попасть, если они... Опа! Так, счет здесь еще 0-0 пока. Отлично, то есть мы посмотрим и Ревчика, и эту пару. И, кстати, Хина зерк, то есть сейчас Рева посмотрит, как, если Кин развалит Хина, например, как, раз, ну, как он будет играть, сможет посмотреть. Но
Кина ведь на евросервере может Кина развалить, мне почему-то так кажется. Я играю зергами почаще. Я играю протосами, батлнет по реже даже сейчас. Не играю вообще ни за кого. А ты играешь зергами почаще. ТСМ готов! ТСМ готов! Улучшение завершено. Не знаю, большая там карта или нет, но билд был такой. Здесь обратите внимание, что происходит. Через рипера выход Био идет со стороны Кина. Причем он играл без разведки, вообще без какой-либо. А здесь, боюсь, такие игры пользы особо не принесут для Ревы, если Кин победит. Ну, потому что здесь какой-то бред идет вообще, если честно. Вот. Эти роучи сверхбыстрые, что они должны дать, я не понимаю. Ну, три... А, погодите. Через три быстрых роуча играет Хина. Ну, кстати, интересный билд тем, что когда эти роучи сюда придут, ну, здесь будет рипер. Ну, кстати, наверное, маликов уже 4 будет, потому что они очень-очень быстро строятся. 18 секунд, да. Так, граната роучами вернулся. Заходит три рача и пошел лейер у Хина. Какой-то сверхагрессивный зерк, я смотрю, тут прям. Можно гранатку было вкинуть, и Роуча могло бы сюда перекинуть, и на всю шаблу бы попилили бы его, на мясо бы просто эта бригада. Хина залез зачем-то вглубь, ну, то есть не с этой стороны тусовался, а зашел за ССЧку, в итоге разваливается, конечно. Зачем сюда влез, не понимаю. Отдал три Роуча. Да пошечки стеночку Кин выстраивает здесь. Отменил два криптумора, рипер, у меня уже 5 юнитов убито здесь. Опа, шпиль после роучи. Интересная такая. В стиле Блая, но если Блая шпиль вообще в наглую делать через мувленных рингов, то тут хитро через пуш роучами быстрый шпиль. Но! В итоге что мы имеем? Мувалингом нету у зерга. Шпиля еще нет, и вот сейчас уже со стимпаком полетит в ближайшее время дропчик от Кина. И как собирается Хина отбивать его, я не понимаю. Вот 5 роучей заказывать. Ну, 5 роучей закал, а мутку на что делать?
Ну так а ты как думал, Лехочка? Кореец, скин, между прочим, просто инновейшена на вчерашнем Life and Cup отборочном. Зашатал вообще там, он много кого зашатал. Он просто очень и очень силен сейчас. Еще бы он там один билд играл все время. Он все разное может играть. Так, а здесь что? Здесь проверяет что-то Ким. Выход идет на третью базу. Щиты плюс один здесь. Овер минус. Ну, третья, конечно же, отменена. Это факт. Даже не стал зарграться и незачем. Что за билд вот такой? Роуч и мутка. Которая висит, ничего вперед не летит, надо харасить пытаться, он что-то здесь тупит, летает, не понимаю. Так, третью хина все-таки вышел, 96-99, рабов 44 на 50 в пользу тирана, это вообще провал. Летала мутка тут, похарасила немножечко. Два рабочих убила, все пока на что способен на данный момент зерг. У Кина третья цеха готова, но она сверху сидит, пока никуда не вылетает. И здесь какой-то грандиозный выход пошел. Зерг только роучами будет встречать. Ну, роуч 17, правда, немало, да, но тут 35 мариков. Все время мутка контррыв опять же делает. Здесь циклон плюс марики. Кин заходит, стимпачится, принимает бой с роучами. Такое ощущение, что разваливается чуть-чуть здесь зерга. Потому что, да, здесь кончаются юниты очень быстро, а кина еще много остается. Плюс мародер здесь дэмэдж носит неплохой. 93-80, 1-0 в пользу тирана, это абсолютно точный расклад. Мута здесь уже ничего не завершает, эти 5 задрипанных муталисков смешных. Уредку не достроил никак, тиран не может достроить, но здесь зерк не может в лоб отбить, самое главное, что тиран рано или поздно в лоб отобьет. Мародер просто на стол будет роучить дэмэджа, это дичь просто какая-то. С двух рук своими гранатами опасными. Шухина заинвайтить. Кто-нибудь заинвайтите, черт побери меня. Спасибо, кину. Французик что-то не инвайтит. Привет, Алекс Б. Режиссер нет, навряд ли. Чтобы подстроиться, нужно абсолютно точно знать, как бы, что оппонент будет делать, а так иначе это на удачу получается, что вот такая тема происходит. Ну что, вторая игра на карте станция Досан. Карта хорошая для агрессий всяких. Если продумывать как, может интересно получаться, да, но
будет или нет, непонятно. Будет тот тут агрессивничать, не будет. Привет, Оби-Ван Канамис, еще раз. Игра у сомиков. Не знаю, пока не смотрел, надо кормить их. У мамы, точнее, спросите, я их кормил вчера. Вот. Они могли быть голодны, они ведь и захавать свою икру могут, насколько я знаю. Так, ЦЦшечка пошла на второй, здесь реперончик. Все стандартно. Королева 2 линга заказана на второй базе, что у нас будет. Линга здесь убил Кин. Дрончика заставил споркой стать. Кстати, вот с этой стороны Рипер харасит. Если кто играет, ребят, рекомендация моя. Вот так отменил его дрона. Переведите его сюда или сюда. Пусть он подальше будет от вероятного направления Рипера движения. Потому что если какой-нибудь косяк, Рипер бах-бах с двух удара добил его. Все, зачем-то спорку отменял, заказывал. Здесь, конечно, так не получилось вчера надо сделать. Ну вот он, смотрите, он прилетает. Ну, он так, больше разведать прилетел, чем именно дрона того убить. Здесь Evolution пока не видит этого Кин. Но очень-очень скоро он будет готов. Думаю, его лингом, блин, оставалось 4 секунды. Убежал бы сзади Рипера, добил бы его спокойно абсолютно. Нет, что-то встал и ничего не добил Хина у нас. За это там гелики заезжают в лоб сейчас, как вы видите. Хорошо Кина, кстати, их окружил. А, это дроп королев, все ясно, что это будет. 4 овера заказан, дроп королев плюс лингов. Сегодня мы видели, играл в таксилки по все игры подряд. Ну, боится кино. Никнеймы такие похожие чем-то, да? Залетает Кин Рипером, ну гнался бы ты сзади, догнал бы, убил бы его, черт побери. Вот он уже дрона одного минуснул. Ну один дрон, ладно, не зарешает там прям жесткого там пуша, но уже проблематично. Здесь бункера у Кинчика пошли. Первый готов, 4 марика туда сейчас сядут. 4 марика не так уж много, должен я сказать, но есть уже медивак, который танк делает крайне мобильным и крайне живучим. То есть его не убить просто так. Так, здесь линги забежали, 45-45, один танчик пытается сгрызть Хина, один сгрыз, второй живой, бункер есть. Ну вот как бункера решают, все, есть бункера, ГГ, ВП, Рева против Кина ожидаем. Там оказывается Байбо 31 решает, а ты молчал, я только узнал. Я тоже молчал, ну скажу, ты просто тормоз как бы, будь в следующий раз, не будь точнее в следующий раз им, и ты все будешь знать тогда. Вот, и ушами слушай, что я говорю. И давайте И теперь можно опять помолчать, в принципе. Ничем не закончилось. Еще идет противостояние Блай против М-Лорда. Сейчас я гляну, что там. Пауза там пока. Посмотрим, чем кончится.
Так, Снут, говорят, Алаева забрил. Да, Снут забрил Алаева, Снут Арт будет играть. Но я буду Рева Хина смотреть, а Снут Арт будет победителем, как раз победителем Хина Рева. То есть я в этой части сетки надолго, походу, остаюсь. Ну что, Рева Кин будет сейчас, я вернусь через пару минут, ждите продолжение. Так. Десять восемь глайд огнал, будешь хрень всякую писать, забаню тебя просто и все. Ну что, Кин против Ревчика, король Сиджонг, первая карта. Let the battle begin. Как говорится, посмотрим, что у нас получится из этого всего.
Так, у репчика хатка вторая, 17-я хата. Гаспул бил. Что дальше будет, посмотрим. Вот, помните, ребят, что надо поддерживать меня, мой канал. Вот, подписывайтесь на премиум, отключайте отблоки. Поддерживайте мой канал по реквизитам в описании, либо через плеер. Если какие-то проблемы где-то возникают с чем-то, пишите в чатик мне о багах, которые вы нашли, и в тему на ГГ новости, соответственно. Вот. Ну а мы смотрим репчика Кина. Рипер. Рипер реактор — это быстрый стимпак. Быстрый дроп мариков 16. Билд стандартный достаточно таки. Посмотрим, к чему это приведет билд. Так, все, я здесь, прошу прощения. Ну что, факта здесь для выхода в медиваке идет. Рева через один эволюшн армор играет. Ну, интересный расклад, в принципе. Гла здесь не посмотреть. Ну что, рипера минуснул репчик, молодец. Глая, там все плохо. Пристройка завершена. Так, ну что, линги побежали вперед. Собирается репчик подгрызть оппонента. Что-то уж прям много очень лингов идет. Это беллинг-баст будет. То есть будет сейчас Рева пытаться сделать что? Медиваки полетят вперед, а Рева будет беллинг-баст делать сейчас. Игра приостановлена. Так, может, у тебя какая-то ссылка на старый Good Game, просто открывается. Вот. Игра возобновлена. Поэтому, может, у тебя не показывается что-то там. Ну что, бейлинги готовы, бейлинги и линги, все это заходит. Лингов немного, пора идти вперед, Рева, что ты делаешь-то? Надо здесь бейнов дома морфить. Дроп на вторую заходит под спорку. Вейлинги покатились вперед сейчас. Надо взрывать депошки к чертям собачьим, что Рева и делает. Одна взорвалась, вторая пока что нет. Но если Рева как бы здесь убьет всех рабочих, а дома не отобьется, понимаете, это катастрофа все равно. То есть это не приведет к желаемому результату сейчас для него. Но он убивает рабочих всех и дома не, он отбивается, потому что Кин не полетел к нему. В итоге что мы имеем? 16 КСМов убито, это много, но экономика у Рева не намного сильнее.
Так, здесь танком приходит Кинтуш Трепчика. Трепчик пытается хоть как-то этому противостоять, но это очень непросто, оказывается, сделать, как вы видите. У нас линги опять в контрзабегание идут. Только не свети! Что ты делаешь, Репчик? Куда ты повел? Ты светит лингов. Да беллингами надо взрывать. Что он делает-то, блин? Короче, потерялся Рева, поплыл вообще. То есть вместо того, чтобы сейчас заморфить здесь беллингов, еще один контр-рыв сделать, он побежал лингами вперед. Светанул их, теперь танк CG и беллингами ничего не сделать будет. Здесь же Кин прессует. Камни не были пробиты в это время, как бы. В итоге все плохо, но нужно было либо сразу отбиваться, либо идти вперед. В итоге Лева не то не все сделал. Пошел сюда, здесь ничего не сделал. Здесь в итоге отбивается тоже как-то кривовато. Танк надо зафокусить. Танк успел сфокусить, но это главное, что успел. В итоге вы видите лимит 59-84, это печально. Так, что-то Чарлика пригорает на окне. Месторождение минералов выработано. Враг атакует у нашего войска. Так, ну там задропал. Один из восемь, ты чё, дурачок, что ли? Счет 1-2 сейчас Блая против Марин Лорда. Так, ну 102-119, четвертую Реву запилил, ну прилетел грозный Либератор. И напрягает дальнюю базу, Реву ушел, а на мейне ничего вообще не оставил. В это время Ким прилетает на мейн. Правда, спорка здесь минусует, там пару юнитов. Два танчика здесь, нужно возвращаться. Пока возвращается Рева, здесь уже падает пул. Новых лингов лучше-то не заказать по итогу, получается. Бомбят танки очень жестко. Потери давайте глянем. Потери катастрофа просто. 3500 на 7600. Ну, слишком тут жестко. Ну, я думаю, что... привет, запроб. Думаю, что надо второй раз тоже было в контрзабегание идти. Опа, StarCraft мод. Вышел все-таки, да, карботовский мод, я так понимаю. Чарлик что-то пригорело, побежал куда-то. Срочно. Ждем вторую игру. Кто там, Чарлик? Запрыгиваю к Реве, дайте-ка гляну. Сейчас серьезную прям. Чарлик, когда из окна лает, он такой смелый, как бы на всех собак.
А на улице выйдет, там хаски всякие ходят. Хвост под жопу хоп. И стороной обходит. Не со всеми, правда, иногда бывает и смело его врубает, но чаще так, чем по-другому. Что, скорость Бэйна мне делается? Там лэйр-то вообще был у Рева? Может, и лэйра не было, чуть внимания не обратил. ТСМ готов! Ну что же, ребята, поддерживайте мой канал, естественно, отключайте отблоки, подписывайтесь на премиума. По реквизитам в описании или через плеер. СМ готов. Вот. Ну и самое главное, да, поддерживайте мой канал по любому направлению. Уведомления пока не пофиксили. На них пока не подписаться, я так понимаю, надеюсь, все восстановят. Вот. Улучшение завершено. Что-то live tell you. С лайвом, видимо, Рева делал уже так. И, короче, в итоге не прокатило. И вы видите, что в итоге происходит. Кинг готов. К этому врыву, собственно говоря. Здесь плеточки пошли. Три штуки. Да, плюс 2 армора был, точно, я помню, вспомнил уже. Здесь бункер у Кина, танк, медивак. Ну, кстати, линги с мум, через лингов с мум этот билд играет. Дело, ну, через лингов с мум куда не шло еще. Почему криптумор-то вперед? Вот, надо скорее вперед криптумор пилить, что Рево и делает. Кин пока ничего не видит, еще происходит. Линги пытаются забежать. Да. Но это можно забыть и победе, когда ты два линга так теряешь сразу же. Вот по этому билду вообще ничего терять нельзя фактически. Рева же потерял сразу два линга. Это катастрофа была сейчас, естественно. Вылетает медивак. Первый начинает с харас. Если бы они ворвались, хоть танк минуснули еще, да. Так, спасибо, другой. Вообще круто выглядит все. Вообще респектон тебе. Очень круто выглядит, мне нравится. Ты, короче, мастер-дизайнер такой. Нет, так не получилось. Не, я бы сделал бы ровненько, но на уровне таком. Как сразу запилить бы смог. Короче, идет налом. 46-24 по лимиту. ПП, пишет Ревчик. Ну, законтролил. Да ну, Анитолик, ты никуда-то не туда смотришь, ребят. Какой счет у Бла и у Марин Лорда? Я думаю, что там счет сейчас не может быть 13-11, потому что 24 карты. Когда я уходил, было сыграно гораздо меньше. Они не успели столько отыграть. Я думаю, что там счет сейчас меньше гораздо.
Так, ладно, скушаю дыньки кусочек, ребята. Пока ждем мы. Так, а погодите, какая дынька? Давайте, нет, пока не буду кушать дыньку. Снуд против фарта должен биться сейчас, и я попробую туда ворваться. Но пока уберу, в общем-то. Так, у меня снуд в друзьях, между прочим, есть. Где же снутик наш любимый? И где снут, я чуть не понял, он же был у меня в друзьях. А, вот он, снут любимый. Ну, ждем, короче, пока снут появится. Я пока пару кусочков дыньки съем и вернусь к вам. Так, все, я увидел, что ты писал, что Кино Лайв пил, слил. Ну а что? Это нормально, что игроки друг другу билды подсказывают. Просто, ну, всех-то не пробреешь таким, но на самом деле билд прикольный. Это не как Блай без мува делает. С мувом гораздо прикольнее можно реализовывать на самом деле. Ну, нужно учиться так, такое делать, как бы. Вот. Что я еще могу сказать? Так. Кстати, Снутарт 12-2 Блай. Счет. Спасибо за информацию. Так что ты что-то, Анатолик, путаешь. Сейчас я посмотрю там. Кто стримит Снута против фарта? А, уже. Но то не есть добрая вымяна. Не есть добрая вымяна. Я думаю, что в том числе Снут досконально сдал. Уже счет, ребят. Это не было Habitation. Это была какая-то такая мапа. Уже счет 1-0 в пользу Снута. Здесь с артом. И, возможно, мы кин снут, сейчас посмотрим. Арт робит додатковые гейтплеи. Но хотелось бы иметь, мимо всего, трохи больше возможностей продукционных, когда уже ма 3 базы. А его противник зацедовал себе, мимо всего, на здобытие, ну, на здобытие. Устабилизование базы номер 4, więcej дрон. Также, ну, выглядит совсем наигорше со стороны снута. С другой, однако, стороны, мамы 39 минут на 42, то раз. Art się decyduje na dosyć potężne wyjście, to dwa, no i Spire oraz Bainik też jeszcze nie są gotowe, także to są dosyć duże rzeczy, które mamy tutaj na naszych ekranach. Zerglingi wybiegają i w zasadzie nie będą robić zbyt wiele z tego, co widzę. No i mamy zniszczony ten, mamy zniszczoną wieżę skalną i tak naprawdę... Tak, niczego nie uwrzymia, kamień to Snut jak-to zawalił, ребят. Ну, посмотрите, как Снут фаерболами пользуется. Ему потребовалось секунд меньше 10, чтобы камни убить с 2000 хп. Плетка перекапывается. Линги что? Линги будет биться-то вообще?
Фаербулы по филдам пошли. Фаербулы там рандомно об сервер сбивают сейчас оппонента смута. 347, арт присутствует, это не двухбазовый, блин, куш. Это, блин, куш с наличием золота, между прочим. Это опасный очень, блин, куш. Очень опасный, блин, куш. Смотрите, боевые лимиты, они практически одинаковые. Но тут фаерболами как с автомата строчит вообще. Troszeczkę mniej, ale z drugiej strony pomaga sobie tymi force fieldami między innymi. O, całkiem ładnie teraz zamikrował polski zawodnik, ale z drugiej strony tutaj też troszeczkę potracił, no i te korosywy troszeczkę go bolą. A przez troszeczkę mamy na myśli... Prodalżaje, dawić. W zasadzie nie za bardzo traci Ravagery Snut i to jest akurat super ważne. Art Snut odbiewajca wrodzie, bo jak Armen, jak kazak. Ale to dalej jest 40 limitu na mógł 3-2-2 być ze strony Francji. Ja nie pojmuję, co znaczy 3-2-2 ze strony Francji. Ty oczywiście o czym mówisz? Jest 3-2-2 ze strony Francji, tak ze strony Marine Lord, tak on проигрывать to должен был бы, по идее. А он выигрывает 12-2. Плюс по коэффициентам явный фаворит Marine Lord. Какой смысл 3-2-2 там делать Блайо, если там коэффициент смешной, как бы. Тут есть только как ревчик риски минимизировать. Пилив на Marine Lorda, как бы. Знаешь, ты, ну, проиграешь. Mam wrażenie. Bo zobaczmy, że tego po prostu jest za dużo. Za dużo, a może inaczej za mało ze strony Arta. Obserwator zaatakowany, ale był w stanie sam się odsunąć z... 153-102. Смотрите, какой продакшн у Снуда. Просто колоссальный. Фаербулы падать просто не перестают. Линги, роучи, реведжеры идут просто в гигантских количествах. Успевает Снуд пилить всякие там... Успевает Снуд инъекции пилить при этом. Все, посмотрите, какой у него прирост просто. Все, он и биться успевает, и маклиться, и заказываться. Все он делает, успевает. Ну, красавчик, короче, Снуд, что тут говорить. Силен. Nie ma jak walczyć, prawda? Новые фаерболы падают. Просто их столько, что Проц даже драться не может. Он постоянно должен быть в движении, а это приводит к тому, что он теряет много юнитов. Призма уничтожена. Не, ну Снут, конечно, это что-то. Мы сейчас к нему будем скином врываться в игру. Привет, Пустос. Смотрим гуф ОСК. Ну что ж, дом Снутика. Сейчас я на секунду отойду и вернусь.
Так, ребят, отошел, поговорил с мамой, сейчас быстренько нужно было кое-что сказать. Вот. И выяснил тут такую новость, что вот, вот этот вот товарищ, который там сейчас стоит, вот этот вот, вот. Оп. Мы его взяли в ноябре. Домой. Ему было около месяца, то есть родился он в октябре. Неизвестно, когда точно, правда. Но в этом году Чарлику 5 лет. То есть фактически юбилей. Вот ему. Стал Чарлик, короче, в самом расцвете сил, в общем. Ну что, ждем Снута против Кина. Сейчас, так полагаю, начнется эта игра. Сверху Элейзер с Матизом бьется Гуру с Тейлсом. Поляки оккупировали верхнюю часть сетки. В нижней части сетки поляков нету. Полуфиналисты уже здесь, по-моему, 75 евро получают, кстати, в этом турнире. То есть уже тут Снут с Кином в призовых получается. Так что такие дела. Привет, Булк. Привет всем, ребят, короче. Что-то коронованных меньше последние дни тусуются на стриме. На Весге как-то много народу было. Вот. Зато в целом больше людей. Вот если какие-то баги обнаруживаете в новости на Good Game, скидывайте их, пишите в комментариях. Вот. Если... баги на моем канале мне пишите, в том числе, если не поддержать, там на премиум не подписаться. Была сегодня информация от людей, что на премиум никак не купить там. Вот. Но я думаю, это все в ближайшее время пофиксят, так что держайте, подписывайтесь, поддерживайте. Короче, ждем Снута мы. Что же Снут? Черкают, наверное, скином, не знаю. Пока ничего не происходит. Какой там счет у Блая с Марин Лордом? Кстати, другой, если ты тут, если ты мой стрим смотришь, напиши в чатик, как бы. А, блин, сейчас это все отключенное. Короче, скинь ты свой скайп, я тебе добавлю. Вот, потому что не, ну, свой палить не хочу на всех, как бы. Кому надо, они сами узнают его. Ну, чтоб ты мне там все это дело скинул тогда. На Твиче есть ДСТ. На Твиче я есть. По-казахски, это не по-казахски. Арменка, тебе не только историю надо учить, тебе надо много чего походу учить.
Одной шашкой махать жизнь. Жизни туго-то будет. Надо и голова, чтобы была. Понял, тянет Толик, 13-2 это печаль. Так, The Frol, а в чем проблема-то там с кредитной поддержать? Просто, ну... Так, понял тебя, The Frol. Сейчас напишу все я в чатик. Спасибо тебе, другой. Я сейчас добавлю. Вот. Просто если что-то мне будет непонятно, то тогда я... Вот. То тогда я, короче, это... Спасибо тебе, другой. Короче, ссылку твою сохраню. Потом, короче, постараюсь пилить все. Так, спасибо админу, говорит, чтоб меня не забыли, но я сам слежу, в принципе, за этими всеми делами. Вот. Так, Снута инвайтит, респектос Снутику. The Frol, ничего не поделаешь, ребят. Я думаю, допилят все это, всю эту поддержку, всю эту хрень допилят. Я сам обламываюсь, ну потому что часть недополучаю денег там вашей поддержки и всего-всего. С премиумом были не подписаться за рекламу, только недавно что-то там начало капать, как бы. Вот. Короче говоря, надеюсь, что такого провала больше не будет. Ну, все равно стримить надо, ребят, поэтому спасибо большое, что смотрите. Как бы турниры идут, и ничего здесь не поделаешь. Кин против Снута начинается, погнали.
Где вы эти дяди Ивани на главной странице находите вообще? А, Анку Ваня, Донецк, Хроники военного времени. У меня по-другому настроено было, ребята, я нажму назад. У меня просто популярное стоит, как бы, и все, у меня, ну, по-старому все выглядит. У меня только игровые стримы почему-то. Вот. Так, ребят, здесь у нас хатка уснута. 17-я хата, газ-пул. Хотя не, здесь пул-газ был примерно одновременно, потому что, ну, иначе бы уже соточка было бы газа. Ну что ты ходишь зад вперед, братан? Ну что ты ходишь зад вперед? Выйду я с тобой, закончу стримить и выйду. Открою окно, ребят, жарко что-то. Побиться сам пошел или подлизаться маленько. Грудак какой. Чалик, юбиляр, тебе 5 лет. Я тебе куплю вкусных косточек завтра. И жевательных, понял? Конфет собачьих. Морозок, блин. Скоро Маша приедет, тебя затрепит. Всего, короче, ребят, все, не отвлекаюсь, но братана своего потрепать не могу. Потому что вон он сидит какой. Наглец. Ну, вы сами все видите. Скучает, видите, без меня. Хочет погулять пойти. Не, просто баг какой-то, стримы вылезли. Все, которые скрытые стримы были, не скрытые, все вылезли. Вот. Так что такие дела. Ну что, Кино играет передроп 16 мариков, Снуд все прекрасно здесь видел, вообще от начала до конца. Ставится третья хата. Макро великолепное, посмотрите, по-рабочему. Хочется сказать, вот, блин, почему наши так не играют, как Снуд? Что такого здесь? Ну и понимаешь, что здесь как раз таки, что здесь такого? Вот даже здесь раба сразу сконтролил. Снуд везде, все, но он играет круто, и это здесь не что здесь такого. Это трудно реально так играть, это надо просто невероятно много трениться, как бы, и целеустремленности много. Вот. А Роттердам говорил, что на лане в Киеве Снуд, ну, настолько расстроился, что из группы не вышел, что, ну, даже это... Говорил, что, блин, я, типа, мертвый, надо мне завязывать, типа, уходить, короче. Ну, а Роттердам его поддерживал, в общем. Если Снуд мертвый, то кто-то они мертвые. Ну, опять же, Снуд, посмотрите. Блин, 57-41, посидеть. Как он, у вас, знаете, как его макро просто. При этом Снута уже есть 10 роучей и 4 королевы, что в принципе достаточно, чтобы мариков без щитов сдержать нормально. Просто их надо встретить как бы по уму. Вот. И все будет нормально. Единственное, здесь криптум расставить, так что хату свою не поставить можно.
Канет у нас скин, отменяет Криптумра, один не добил даже, что такое? Специально оставил, чтобы хату не поставить, снуту было, что ли, не понял я, в чем прикол. Ну как тут с гридами снут запоздал, обычно у него армор по таймингу пораньше, у меня такое ощущение складывается сейчас, потому что, смотрите, там уже 1-1 пошло, как бы, и треть цеха, да, готова после этого передропа, то есть макро у Кина великолепная получается. А у Снута только плюс армор. Причем у него последнее время стиль, что второй эволюшн. Хотя не в этот раз пораньше второй эволюшн. Надо пытаться выйти в четвертую базу. Такое ощущение, что Снут вот эту собирает. Кстати, как вариант занятия вот этой базы, оно растягивает так для зерга против тирана. Мне кажется, очень хорошо. Так, ну что-то как, смотрите, здесь как далеко Снут Криптумор и продвинул, он просто где Криптумор, по краям, а в центр законтрил все, в центр, в общем-то, здесь продвижение Кина, нужно Снуту с этим справиться, 144-116, в целом по лимиту Снут в плюсе, первый армор в ближайшие секунды будет готов, вот он готов, ну у тирана тоже доделывается, в течение 10-15 секунд уже грейды будут готовы. Здесь Кин будет пытаться отменить хатку, естественно. Снут всеми убежал, сейчас поплатится за это вот этой четвертой хатой, почти готовой. Просимпачился Кин, пытается хату отменить. Снут всеми юнитами накидывается. Успел отбить, просто царь. Сколько королев? Есть трансьюзы вообще? Королев мало на каждую хату. По королеве всего, значит, трансьюзов нет, и значит, хата пока не сможет быть от трансьюжена и порегенится. Ну, тут наставил значительное количество юнитов здесь рядом со своей хатой. Так, здесь Кин увел медивак, молодец, ну такой наивный, типа, да, он никуда не улетит, да не улетит он. Так, дропщик Кина на 6 часов Снут пресекает, инфестора есть, но энергии у них немного, 2-2 делается, здесь тоже 2-2, танчики копятся, марики копятся. А у Снута уже на 8.49 готов, на 8.49 готов Ультра Кеверн. 8.49, Карл. Ёпарасоте. Не, молодец, ну, ничего не скажешь. Здесь бы криптуманов еще пару выставить бы. Здесь этот криптуман, он Снут уже куда продвинул. В центр надо крипа больше пилить. Вот здесь вот, вот эту низину заполонить бы крипом Снут. Потом будет просто и центр заполонить. Силмаги Снут не контролит, это, мне кажется, ошибочная политика. А чего у Снута ресурсов-то столько много? 103 линга. Ультралов не на что Снуту запилить сейчас. Он пытается пробивать камни со всех сторон Кину. Кин видит везде, где Снут пытается это делать. Линги не слабо грызут. Готов второй армор. Третий пошел. Первый ультрал у Снута заказ. У него больше лимита нету. Танки Кина пролетают, отгоняют. Здесь в это время на лоб с разных сторон идет абсолютно. Ну, задают там несколько юнитов. Сейчас нужно срочно ультра, ультру заказать. Так, Минчаков 86. Ты его активировать не можешь? Или что? Почему? Что? В чем у тебя там дело? Или у тебя старые прям как? Сейчас очень много багов с премиумами связанные и так далее. Вот, пиши либо на мыло, либо в новости, я не знаю, я напишу. Месторождение улучшено.
Короче, скинул в конфу твой аккаунт, не знаю, может сейчас посмотрят там. Ну тяжело просто все проблемы решить одновременно. Выходит здесь скин-центр, ну тут Ксилнагу еле-еле зачищает, потерял там несколько юнитов своих. По запасу ресурсов Снут очень сильно в плюсе. Оттрансфюзил все-таки хату, она выжила. Здесь несколько крифтуморов пошло от королев. Двух штучек сейчас. Адреналин готов, мув готов. Уникальный армор ультраун готов. 3-3 делает, уже третий армор почти готов. Снут пилит Нидус на мейн, попадает к оппоненту. Здесь какое-то забегание готовится на вторую базу. Что в Нидус будет выпрыгивать, это ультралов несколько штучек, насколько я вижу. Так, ультралы пришли. Куда 5-то? Зачем столько много ультралов Снут сюда завел без прикрытия лингов? Сейчас их так снайпершотит гастами этот кинг. Хотя ультрал законтрил, смотрите. Сплэшем законтрил снайпершоты. Каким образом? Гасты начали прицеливаться, ультрал в это время их начал резать, и в итоге сплэшем сбил. А если гасты получают какой-либо дэмэдж, то все, снайпершот не проходит. Смотрите, как ультралы пилят здесь. Гасты выпилены, ё-моё, два ультрала вниз спустились, и это катастрофу. Катастрофу для кина превратилось. Здесь Снут повел ультрала. Думал, главное, думал, что зайдет. Здесь танк бомбежит. Минус ультралиск в итоге даже с нулем атаки. Да, здесь под либераторов королевы вышли, там такая зона просто демократии установилась просто, я не знаю. Не то что бесполетная, и побегать-то нельзя спокойно аборигенам местным. Точнее, они не местные, они из какой-то хренотни вылезли здесь и утверждают, что местные. Я имею в виду эти кабаны, пацаны не согласны особенно, вот самолетов в этих. Еще один Нидус от Снут на третью базу, 179-149, фаерболит Снут очень неплохо, минеральную линию. Вышел такой 8 КСМ, укубил и ушел. И еще один Нидус пошел хорошо, Снут напрягает, Кин настолько здесь задефился, что даже, посмотрите, планетарку на второй поставил. Вот это оборона многим тиранам не хватает, я уже не раз об этом говорил. Особенно снайпершотить гастами гораздо легче становится, если дома такая стационарная оборона хорошая. Есть брудов уже, пару штук есть, и пару морфиса будет 4, но 4 маловато, чтобы гастов сжать. Нужно столько, нужно штук 10 брудов. Почему? Потому что брудлингов должно быть достаточно много, чтобы те гасты, которые вперед выходят, снайпершотить, их они кусали, как бы, и снайпершоты отменяли. Либо столько, чтобы их много было, чтобы дать возможность инфесторам подойти, например, кинуть микос на тирана, как бы, и тогда будет... Не смогут снайпершотить так же. Так, здесь либераторов убивает. Ну, фаерболит. Так, убил планетарку. Ну, снайперят. Гасты, как же они снайперят? Больно, а? Ультралы идут вперед. Гастов потоптал немножечко. Ну, здесь, ну, все ультралы погибли. В итоге, смотрите, как лимит просел. Ну, все бы хорошо. Ну, куда Снут так ломится-то? Черт побери, блин. Чему рулетка выходит? Я уже много раз объяснял. Непутевая ультра, она не та ультра, как в первом Старкрафте. Здесь другая мобильность совсем у раз. И тираны, как бы, они очень много юнитов умеют, чтобы законтрить. Во-первых, эти медиваки с бустами. То есть можно тупо задропать в разных направлениях, ультра не поможет. Во-вторых, сейчас танки возят в Лотве эти медиваки. То есть танки привез, все, ультра бесполезно. Привез, отвез, как бы, это ультимативно для люры. Она работает тогда, когда в лоб дерешься ты, либо на обороне, то есть на тебя когда наламываются, либо армия на армию, большой на большой лимит, чтобы сплэш решал их рейндж. А тиран, он может не драться в лоб при желании, он может всегда разводить, как бы, и все. И ты с этим ничего не поделаешь. Ну, рукастый тиран, нормальный, понятное дело. Где-то ультра работает, я думаю, нормально. Так, здесь золото снутся, а чем золото? Это поближе будет. Крипа поднаплодил, потери в этой игре вы видите, у Снута чуть больше, ну вообще почти одинаковые на самом деле. Тирана там уже фьюжн кура, это видимо раньше
Либеркам будет. Ну все, пора брудами давить, что-то снут висит, не понять что, блин. Так, залетают бруды, залетают караптеры. Вот, видите, один гост пытался снайпернуть, сразу получил брудлингами укусов пару и в итоге не снайпернул. Только один брудлорд в итоге погиб. Нужно заходить дальше, прессовать сейчас. Туснут и пытается делать. Планетарка будет прикрывать, сейчас гостам будет проще снайперить гораздо, я уже об этом говорил. Караптеры летят вперед, на викингов, на либераторов попадают. Вот здесь надо гостов снайперить, тут не успевает снутка снайперить, но часть все, простите, микос ловить, но все-таки часть успел поймать. Брудов все еще много, вот когда их столько много, смотрите, сколько брудлингов, снут вытесняет хорошо. Так, вот пару караптеров снайперил сейчас, ну, кин. Так, что мне тут пошел? Фаерболы на викингов хорошо, от снута проходит, ну, несколько куда-то в молоко полетели фаерболов. Я даже не понял, куда они там падали. Грудов все еще 8 штук, они все еще продолжают давить. Зря снут пренебрегает старым шпилем с такими ресурсами, как у него были. Он бы мог бы, на самом деле, подрешать. Выпиливает снут через атаку, я так понимаю, сейчас не планетарку бьет, а чисто юнитов через атаку выпиливает. Фаербольщики новые пошли, либераторы кончились, поэтому ультралы пошли наверх, и Кин пишет ГГ. Ну, снут это макро-монстр, конечно, тут ничего не скажешь. Молодец, снут. Ждем вторую игру. Так, спасибо Снуту, инвайтит меня. Блин, у меня Снут по Real ID был раньше добавлен. Почему-то он куда-то удалился. Это печально, конечно. Привет, Фоллинджер. Чё, кстати, как в воскресенье-то погеймили? Кто там играл там? Сколько народу было? Хоть сколько-нибудь-то пришло там народу? Не, ну, может, уснуто и было два шпиля, но по факту грейды он делал с одного шпиля. Это факт. Вот. А я через минуту приду, это факт тоже. Thank you.
Смут без вайперов играет. Снют. Не знаю, кто такой Снют. А вот Снут без вайперов, а зачем сейчас в предыдущей игре вайперы ему и не нужны были? Не, ну на самом деле пару вайперов всегда хорошо. Во-первых, зеленка вниз, во-вторых, зеленка на воздух. В-третьих, можно притянуть что, все что угодно, но Снут же не этот из «Люди в черном», там такой в центре сидел управление какой-то, у которого пальцев там штук 100, блин. Хоть Снут и так крут, практически нереально. Кин кореец, конечно, Коламбу. Но играть с Кореей на Евросервере, конечно, тяжело, но это выбор самих корейцев. Они хотят подрезать бабосики европейские. Очень часто это делают, между прочим. Но все-таки сейчас и уровень, как бы, у некоторых топовых европейцев, американцев типа Ниба, он такой, что они не уступают все-таки корейцам, а его, учитывающую преимущество сервера, обязаны тащить просто. А, компы настраивали. Ну, надо побольше, надо рекламить, подвозить людей. Так, летает Старпорт, садится куда? Ну, реактор, конечно. Это опять передроп 16 мариков со стимом. В этот раз у Снута не так все прям жестко по рабочим круто, как в предыдущей игре, но тоже он пока что в плюсе. В предыдущей там как-то к дропу вообще просто колоссальное преимущество стало. Летают два медивака. 14 маленьких там сидят. Кин не делает ставку на первый этот дроп. Кин делает ставочку на последующие давления. Уже три барака работают, при этом два еще добавляют. Здесь ничего Кин не получилось сделать. Во-первых, не бугор, а бугор майкер, поэтому он все и украл, как бы у тебя весь твой сатен. Вот. Ну, предлагаю тебе жаловаться сразу в Европейский суд по правам человека, потому что ну, у Мишани куплены все вот эти говносуды наши, как бы там эти всякие там арбитражные, там всякие вот это тут. Конституционный, всякая вот эта вот шляпа, короче, левая, вот. Сатен, твой ушел, братан, все. Вот, а если по делу, пиши в поддержку, как бы, на новость на Goodgame или саппорт собака Goodgame, других вариантов тут просто нету. Идет вперед Кин прессовать, ну, то как-то в этот раз у него все лучше, когда получается.
Инфесторы только выходят, но грейдата на энергию нет, и поэтому они с 50 уходят. Кажется, уснут, и проблемы здесь большие. Двухбазовый прессинг. Ну какой прессинг? Дикий-то, ё-моё. Залетает с ними танками на ХГ, падает вторая база уснута. 75 энергии как не было, так и нет. 15 роучей заказан. Вот всегда говорил, вот у нерча все это с лингами миксуется. Уснут, как-то одни роучи реводеры без лингов. В итоге провал, инфесторы падают, везде все падает. 1-1, ребят, это факт. Потери откроем. Ё-моё, посмотрите, что говорите. Инвайта. Не ругайтесь матом, только ребятки. Как оправдать твое существование свое? Вот. Не надо оправдывать свое существование. Главное, водки много не стебай. Ну что, ребятки, 17-я хатка уснула. Дайте-ка я сетку гляну, кто у нас там по другой-то части сетки идет. Ну я даже не знаю, с одной стороны я хочу, чтобы европеец нут пробрил Кина, как бы. Вот, но с другой я смотрю, там и Лейзер, и Гуру, Гуру Тейлса я уверен, что пробреет почему-то. И там тоже два зерга, если снут Кина убьет, у нас с вероятностью 90 с лишним процентов будет в финале ЗВЗ. Поэтому как бы тут может быть лучше и Кина поддержать немножечко все-таки. Я хз. Похвалить снута. Ну я и так его уже нахвалил, макро-монстр там, все дела, эпитетов много. Но в предыдущей игре Снут, конечно, слился. Причем не слабо. Как там, ребят, у Блая дела с Марин Лордом? Сообщайте иногда, какой счет. Привет всем СК2 ТВ, Good Game и Twitch. На Авиде тоже кто смотрит, привет. На Одноклассниках тоже привет, ребята. Столько плееров, получается, столько сайтов. Ну, чем больше, тем и лучше. Да и на вроде Virtus.pro там встраивается стрим тоже, как бы. Вот, ну, я там 1000 лет не смотрел уже ничего. Не думаю, что оттуда люди приходят ко мне. Вот, кто-то смотрит, конечно. Прилетает Рипер, и пистолеты его похожие на дефибриллятор просто.
начинает хату немножечко откачивать, он, короче. Ну, хате пофиг. Странно, Кин прилетел, что-то по хате настрелял, да? Порядочный, почти сатен. Учитывая, что у хаты еще где-то заказано, у него армор есть один, в отличие от тех же рабочих его, да? На это демедж терял у королевы. У королевы тоже есть один армор. Кому ты там бутыл, значит, все денег даешь? Я вообще пошутил как бы по поводу мешания. Ну, у нас-то тут пошутишь сразу. Я понимаю, что по-доброму название страны. Так. Я не люблю вот это вот. Все вот эти штуки. 9 дронов Кин Снуту просто сжигает. И у Снута проблемы. Парабам, потому что ровно в самом начале с тираном это ничего приятного не сулит для Снута, потому что здесь уже Steam, здесь уже сейчас 3 барака заработает вовсю. Правда, нету Старпорта. А где Старпорт? Где? Вот по этому билду еще Старпорт успевать выходить бы и дропаться пораньше было бы вообще царски. Так, 4 КСМ-очки готовы. Добыча газа начинается. Здесь одного надо добавить. Рабочего Кин пока не видит. 15-2 счет Блая против Марил. Не, ну 15-2 это реально как-то, ну, счет слишком, да? Зато Блай получит на самом деле большой очень опыт. ЗВТ, но смысл получаешь, когда ты большой опыт, и ты все катаешь прокси-хаты. То есть нужно стараться что-то новое отыграть с Марин Лордом, просто по стандарту пытаться, наверное, было бы, да, Блаю. Тогда бы он получил хорошую бы очень практику с таким тираном, да, потрениться, как бы, причем в официальном матче. Ну, третью раскачивает, дронов очень много строит, по 10. Есть какой-то выход пошел от Кина, у него уже, кстати, био на стиме. Строится первый медивак, но он вперед не спешит, кстати, вылезать. Здесь будут 3 ребят на Go for Scout к финалу, будет 5. Ставишь деньги только на джигитство. Ты хочешь сказать, я джигит. Ладно, шучу, давайте смотреть. Людей шатаю, шучу, не шатаю. Так, ребят, пришли марики от Кина. Ну, здесь справляется с обороной, но демон же получает, 7 дронов уничтожено, хоть танк-то увиди, ёпара, СТ. Бомбит Кин, танк решил оставить, ну, хоть медивак улетел. Но надо было вот здесь стеки, рабы приехали, наверное, в этот стек было бы бомбить Кину. Снут восстановил всю экономику, уже хайф у него пошел, ребята. Вот посмотрите, вот, блин. Насколько Снут машина, вот если ему дать, да, делать то, что он хочет делать, то, что он умеет делать, он ему в начале просто на, вообще на самой ранней стадии сжарили просто 9 рабочих. Как бы. Угла играет, у него зачастую просто, вот он играет с тираном, у него просто рабочих меньше, даже если ему не трогали, как бы, да. Хотя вроде как макро играет. Здесь же
9 жарили, посмотрите, какая сейчас ситуация просто после всех вот этих движух. И уже четвертая хатка добавляется. Да, Илюх, сегодня стрим не нормальный такой получается. В 2 часа начал, но уже сколько? Ну, 8 часов, еще немного на самом деле. Если пораньше бы начал. Ну еще мы будем стримить часов минимум, я думаю. Потому что сейчас мы скинем второй полуфинал, там еще вроде не начинается. И потом еще и этот финал, соответственно же. Хрена себе продакшн. Небольшенький такой продакшн. Кин играет Mass Bio, это как любил Ютермал, кстати, играть. Немножечко танков и супер просто Mass Bio. Может, я как-то неправильно выделяю? Да нет, 3, 4, 7 и еще 3. 10 бараков, из них 5 реакторов и 5 лабораторий. Просто по 5 мародеров и по 10 мариков строится за заказ у Кина. Ё-моё, это же диконс просто какой-то. Но бункера нет ни одного, все ставится именно на давление кином сейчас, на вот это вот жесточайшее. 2-2 грейда не делаются, считая это ошибкой, но 2-2 тирану обязательно надо делать. Здесь нут уже в ультру выходит практически, но посмотрите на боевые лимиты, кит на тридцатник больше. Здесь контрзабегания идут, очень-очень, кстати, опасные контрзабегания. В это время наверх дропчик идет от кина, дропаются танки, как он инфесторов принимает сейчас с этими танками. Залпы идут жесткие, здесь линги набежали. Посмотрите, какой прирост. Этому приросту пофиг на лингов вообще. Здесь нут увел часть юнитов отбивать дальнюю базу. В это время его просто в лоб сносит. Похоже, что кин в финале. Это разбавит интерес. Почему? Потому что матча в финале будет, между прочим, ТВЗ. Но то, что корейцы... Но то, что корейцы умудряются на евро... В серверах обыгрывать лучших европейцев. Да, там есть VPN какая-то программа, с которой я ни разу в жизни не играл, потому что я, ну, закончил, к сожалению, к счастью, выступать до того, как вообще, ну, до современного времени, где вот много серверов стало, начали играть друг с другом, там VPN используются. Раньше как-то не особо нужно было. В Европе играло нормально, или на Америке иногда. Вот. Но, тем не менее, вроде с ними пинг получше, но все равно там проблема есть. Конечно, смуту проще на евросервере играть, тем более смут норвежец, а Норвегия, Швеция, там у них интернет вообще великолепный, как вроде как. Ну, ТЗ, короче. Ультра Кэверн смут пытается восстановить, здесь в окружение попадают пару юнитов. Ультрал плюс линги все это уничтожают. Идет додавливать кин сейчас пытаться, но он додавливает по... Королеву ультра, а что происходит? Смотрите, боевой лимит практически одинаковый, уснут у кина. Нужно выставлять Либерков сейчас. Либерков тут кин выставляет. Они бомбят, но королевы уснута идут стабильно вперед просто. Окружает он все. Трансюзит своих юнитов. Лимита больше. Неужели кин сольет такую игру? Смотрите, снут. Кин пишет ГГ. Чудеса на виражах просто. Хрен вам! А не финал. Фу. Во. С тираном. Снут красавец, блин. Молодец. Ну, что поделаешь. А что там? С Гуру Стейлсом бьют. Ну, что-то Блайт нормально там выступает. А я уж снуто похоронил, ребят. Но я раньше времени начал хвалить кино, заимбовил немножечко.
Так, а все, гуру уже с лейзером бьется, ну все. Гуру 1-0 ведет, а лейзер, значит гуру снут будет, чё. Так, сейчас подойду. Так, ребят, начинается ЗВЗ. Вот туалет. Ну, мод тут пишешь сверху, оно вылазит. Наверное, еще багованно, она просто не пофиксили, скорее всего, я так думаю. Поэтому его, ну, как еще смотреть? Ну что, и лейзер против гуру, сейчас посмотрим. Вот, не знаю, какой счет. Наверное, 1-1. Я перекушу быстренько, посмотрите, FPP уж поздно потом не есть будет, стрим идет не с утра, но с 14 часов, а я нифига не ел, поэтому нужно быстро мне подкрепиться и продолжим.
Так, ребят, я смотрю, не самое удачное время для перекуса. Посмотрите, что в этой игре происходит. Лейзер идет к гуру. Это Беллингбаст до мува лингом. Это просто дико ранний Беллингбаст. Прибегает, начинает греть хатку. Через пару секунд будет Беллингнест готов. Надо Беллингов морфить. Нахрен так далеко. Ну вот это вот всегда я ошибка считаю. У тебя готов Беллингбаст. Нахрен там в попе мира где-то этих Бейнов морфить. Заморфи ты вот здесь вот рядом. Пойди ты наверх рабов убей спокойно как бы и все. Так, принимает здесь бой лейзер с рабочими гуру. Гуру выдвигается. Встречать все дело. Так, Беллинг один подрывается неплохо. Второй еще пока никуда не подрывается. Тут линги новые выходят. Взрывать надо. 4 линга взорвал. Нормальный размен на 4 линга сейчас. 15-14 по рабам. Ну, не подстроится Блайя под Марин Лордом. Что тут поделаешь? Вот еще такой. Сейчас, секундочку, ребят. Так, ребят, ну что? Плетка перекапывается вниз, гуру. Гуру отбил. Перекушу я, пожалуй, между... Кого тут будет рекончиться. Перед финалом качеркать начнут они, я как раз перекушу. И на финал уже буду свободен. Будем с вами финал смотреть. Снуд ждет впереди победителя данного матча. Как войти? А нерш сегодня был вроде, не? Нет, нерча не было, кстати. Наверное, они, видите, не из Киева шли, не успели вернуться. Вернулся нерч, наверное, отдыхает там. После очередного титула, скорее всего. Не стал играть, что он 12 штук баксов выиграл на выходных на этих Киеве. На Весге, что ему там сейчас напрягаться-то сильно. 26-31 в пользу гуру по рабам. Ну и Лейзер раньше третью хатку зато ставит. У Лейзера уже есть Беллингнест. У Лейзера есть мув. У гуру только доделывается. Так, 18 лингов гуру строит, здесь и лейзер выбегает вперед. Гуру, кстати, Беллингбаст собрался, по-моему, делать очевидный к лейзеру. Ну и лейзер Роуч Уоррен почти готов. Очень много лингов у гуру в заказе. Надо выдвигаться вперед. Здесь у нас несколько лингов бегает. Третий пытается гуру понапрягать. У лейзера 3 роуча, 4 роуча заказано. Но этого, мягко говоря, маловато, 4 роуча. Здесь эволюшн делается. Прибегает сюда гуру. Заходит в рабочую королеву сюда. Королеву и лейзер хорошо сныкал. Дронов хорошо на холд поставил. Да, одна королева вышла. Прям сразу была уничтожена. Сейчас роуч, блин, 3 кп осталось. Выжил чертяга. Беллинг один такой диверсионный идет. Но он всего один. Было в 2 аут. И лейзер где-то 8 пробов пришелся. Ну, Беллинг один, что здесь гуру лингов своих не контролит. Короче, просто полный провал от гуру. Привет, Галахат. Нервы здесь ни при чем. Ну, нервы тоже, наверное, влияют на эти процессы. Все, помимо наследственности, я думаю. Лейзер выдвигается вперед. Гуру тоже роучи строит сейчас. Ну, успеет ли гуру? Достаточно роучи построить, чтобы подбить. Заходит гуру. Ой, лейзер. Здесь плетка есть. Здесь роучи достаточно много. Морфит и лейзер реводжеров. Разворачивается назад. Отошел. Подождал, пока фаербол упадет. Заходит еще раз. Фаерболы по плетке летят. Трансфьюзы есть, трансфьюзы есть. Плеточка падает, чтобы дэмэдж не наносила. Она большой, заходит гуру. Лейзер, простите, наверх. Гуру в обороне сейчас.
Ну, гуру больше, ребят, гуру спокойно отбивается. 2-1 гуру. По лимиту, судя всего, да. Лейзер. Ну и Лейзер топ-2, между прочим, киевского турнира. И Лейзер сегодня играет, в отличие от Нерча. То есть уже все они, естественно, дома. Ждем, пока почеркают карты. Ждем финал Б5. Гуру против... Гуру против... Этого. Как его? Ну вы поняли. Против Снута. А я пока перекушу и вернусь к вам чуть позже. Thank you.
Так, все, я здесь, ребят. Ну, жду пока, через кого прыгнуть можно будет. Уже вроде хост создался. Вот. Опа, отлично, пошел инвайт, финал. Тем временем я вижу, что Лайв против Marine Lord 17-2 на горизонте счет. Это вообще какая-то печаль полная. Что это? Подлизон. Потом тебя пригощу чем-нибудь. Ну что, финал начинается. Даже я переименую, наверное, стрим сейчас, что ж, финал. Так, прошу прощения. Все, поехали наконец-таки. Так, что там за мной тиммейт? Это было 5, ребята. А, это Маст Брудвар играет. Маст молодец, чё. Так, кто призанул-то? Не знаю, кто призанул. Может, это я скриншот нажал случайно. Ладно, пока, короче, личка не работает, банить вас не буду. Вот. За ссылки на стримы. Но помните, что как только она заработает, кидайте в личку ее. Иначе буду выпиливать. Так, хат пошла на третьей базе.
Заделся товарищ Тигра. Работает, наверное, не знаю. Не все время он на выходных чаще бывает, как бы я заметил. Наверное, не может смотреть сейчас. Скорее всего. Ну что, третью хатку ставит гуру. Валюшин коготь, снуд идет вперед лингами, причем лингов немало бежит, я смотрю, вперед. Здесь пока еще гуру не готов встречать. Сейчас муж доделал, сейчас можно и встретить. Снуд протискивает своих лингов, часть вперед принимает бой. Дроны у гуру выдвигаются, хорошо, четко гуру достаточно отбивается. Одного дрона как вперед послал, еще раз дронов вынужден выводить. В этот раз уже удар по дронам более серьезный снуд наносит. 11 уничтожено. ЗВЗ пишет гуру ГГ. ЗВЗ имба, да, гуру имел в виду. А так он всех... А было бы не ЗВЗ, всех бы разорвал бы гуру. Гуру вамбит знатно, как бы. Так, захожу в игру. Так, Тига, на ссылке на Википедию. А ссылки на Википедию что? Какие ссылки на Википедию, брат? А, в чатике кидать? Ссылки-то можно кидать. Просто стримы чужие, как бы, рекламить. Ну как, не очень, я считаю, не знаю. Просто есть личка, кто-то спрашивает, где там кто-то играет. Кинул в личку и все, как бы, что, зачем всем-то кидать. Очевидно, я это пресекаю. Ну что, одинаково опенинги. Ну, смута что-то все пораньше, прям как-то.
Вторая королева Угуру пошла. Откуда Гуру? Гуру поляк. Очередной поляк, очень много в Польше. Серия хороших игроков в StarCraft. Сейчас, конечно, что не может поляк не радовать, я думаю, да? Лейру Снута. Ребят, плюс один заказан. Здесь то же самое абсолютно делается. Но у Снута тайминг отстает. И самое главное, ну, у Гуру плюс один не заказан. То есть Снута секунд на 40 плюс один раньше будет. Это важно, безусловно. Здесь дрон выходит, третью хату Снут собирается, судя по всему, ставить. Да, пошла третья хата сейчас. Рабочих Снут имеет больше, чем Гуру. Один ему проучим попер сейчас. Так, Тиган, шестигранником, ты самый заслоупочился очень. Запись есть на Ютубе, в группе ВКонтакте я выкладывал. И, да и здесь на Good Game в записях можешь поискать, ты найдешь, она выложена как бы... Сборка дивана или история о потерянном шестиграннике, как-то так называется она. Так что ты можешь посмотреть, он нашелся. Он на ручке от кресла был, лежал сразу после стрима. Так что такие дела. Так, 99-104 по лимиту. Лимиты, ну, очень близки. Гуру заходит такой к Снуту. Снут королеву отвел назад. Встречает пару залпов по Гуру, дал сейчас. От фаерболов можно отступить немножечко. Тут несколько раз Снут потратил свой демедж. Так, реводера попуснул. Роуча обвел сзади, неплохо. Ну, неплохо Снут дерет с полукругом. Гуру такой, сейчас я типа с плюс один наломлюсь, но не получилось. А у Снута-то, между прочим, и плюс два делается. Здесь вторая хатка только достраивается, третья, простите, а у Снута уже давным-давно готова, правда, рабочих нету. Ну, Снут может тайминг с плюс два поймать хороший сейчас. Потому что, обратите внимание, Снут роучи не, рабочих, простите, не строит вообще сейчас. Видео моих стримов нет на ГГ, потому что я не выкладывал видео с Весга, там криво записывалось на ГГ плеер. Вот, а
на Ютубе ничего не было выложено. То есть вот сегодняшний я выложу на Ютубе Kung Fu Cup, и вот этот Go for Sky выложу на Ютуб сегодняшний. Life мертвый. Вчера пробрил Бьяна, вчера пробрил, по-моему, Гумихо Life мертвый. Сердце исчак. Так, заходит Сноут Реведжера. Снут давит, и вы видите, что Снут реально больше. У него есть плюс 2, в отличие от Гуру, у него плюс 2 нет. Тут смотрите, насколько у Снута все четче, он реализовывает четко. Какие грамотные наломы, тайминги какие. То есть он видит, когда напасть ему можно. Он подстраивается под плюс 2. Конкретного тайминга нету, да, какого-то минуты. Он видит, что у него плюс, как бы он примерно понимает, наламывается. У Гуру бомбит просто, пердак его польский, как бы, он вылетает как пробка просто из-под шампанского из этой игры. Почему? Потому что газики уже скопились, Снут его растрес просто немножечко, и все. Ну, я так думаю, что здесь вполне возможно 3-0. Ну что, 2-0 Снут, ребята. Снут ведет. И карт галактический процесс. Так, Рендель тут рубелек засылает, смотрю. И даже успевает топ-5 попасть. Вот у Кренделя все работает, смотрю, да? А у остальных что-то не очень. Ну, хотя сегодня просто поддержки поменьше, чем в другие дни. У кого-то, наверное, и не работает. А я хотел вам кое-что показать. Что называется кайфануть маленечко. Да, Чарлик как человек, а? Да это и есть человек, шерстибрат мой.
Как там, ребят, у Блая это дела? Какой счет? Сообщайте мне, не отвлекаясь, не смотрю. Снуд в три хата начинает, кстати, на этой карте, обратите внимание. Очень интересно, это билд. Здесь выставляет скриптум, он крип дотягивается до сюда. Если необходимо идет агрессия, здесь ставится три здания, там три эволюшена или роуч ворон, два эволюшена, неважно. Вот, и, собственно, держится оборона. И идет раскачка, потом выход с роучами какой-нибудь идет, там, я не знаю. Вот уже криптум. Почему такой ранний криптум? Чтобы эту рампу при необходимости заблочить 100%. Заходит сейчас сюда два линза. Снуд видит третью от гуру также. Видит муфлингом. Но он понимает, что здесь будет, в общем-то, раскачка сначала, а только потом выход во что-то, поэтому Снуд спокойно строит рабочих, он уже опережает гуру, очень серьезно. Ну как серьезно, 30 на 26, и у него постоянно больше в заказе рабов. Evolution Roach Warren заказан, здесь два газа на мэне добавляется. 2.18. Ну, печально. Это не очень хорошо. Так, еще 10 дронов. Гуру поменьше немножечко. Так, здорово, Пепси, Рус. Сличка сейчас отключена, никак не скинешь ты никуда ничего. Вот, на старый сайт можно перейти. Там, ну, old приставочка, но он не работает. То есть он как бы как картинка, он статичный. Он не обновляется практически, как бы, поэтому, ну, я думаю, что лучше к этому привыкать, скоро пофиксит все, но личка, то, что не работает, меня тоже напрягает, конечно. Смотрите лимит, больше на 20 лимита у Снута сейчас. Он, правда, не заказывает, ну, хотя лейер есть, вот сейчас только мув пошел. Он подстраивает рабочих. Так что такие дела. 10 роучей строит гуру здесь еще. Полимит вроде как сравнялся и даже в плюс немножко выходит. Но Снут-то продолжает развитие. Снут-то собирается инфесторов здесь добавить. У Снута-то... Хотя здесь тоже 6 газов уже добывается. Как и у Снута. Вот. Ну, у Снута сейчас инфесторы пойдут. Ну а я вам напоминаю, что это финал GoQSK, эта игра может быть последней, я, естественно, тормозну на сегодня, потому что уже позднее время, мне надо на квартиру сходить, все не замерзать, объясняю, обещаю. Даша с Машей у бабушки сейчас пока. У мамы у Дашины, как на больничном, Машки за Маша, Даша, да? А там картошка на балконе смерзнуть может, так пора завершать. Будет. Ну а вы поддерживайте меня и мой канал, естественно. Если что-то не работает, сообщайте. Всем большое спасибо за внимание. Приходит гуру, фаерболит тут в наглую снутовскую рампу. Офигеть, гуру еще по рабам снута обогнал. Наглец же, ё-моё, наглец же. Минус роуч ворон, минус эволюшн. Неплохо гуру пока действует, нужно признать. Снут отменил. Погодите. Снут отменил здесь армор, заказал атаку, она важнее, я так понимаю, сейчас. Все правильно сделал, еще один эволюшн делается. Так, Роуч Ворон есть, которым делается подземный мув, уже продублирован, Снут, кстати говоря. Ови разбивает, четвертую хатку ставит. Гуру Гидроден пошел в люру.
Хатус, ну то очень внимательно, скейп успевает нажать. Хорошо, на хал... отвел и на халде поставил, увидели сейчас юнитов, чтобы они назад на фаербул не ломанулись. Контроль прикольный показывают игроки сейчас. Ну, Гуру отступил назад, у Гуру люркер Денус, ну-то армор пошел. Сейчас подземный ему будет готов, закопка имеет место быть, да. Можно сейчас подкопаться частью роучи. Что Снуты делает? Они идут вперед. Все они идут вперед. Нет, не все. Что Снут за вперед ползать, не понимаю я. Ну, по крайней мере, все отрегенил очень неплохо. Так, Саня Лист. Ситуаций много всяких разных. Игроки такого уровня, на то они игроки такого уровня, чтобы оценивать все правильно. Если нужны плетки, они ставят, если нет, то нет. Но иногда бывают моменты, когда плетки могут помочь, но игроки их не строят вроде как, да? Но вначале, если она не нужна, тебе плетка. В ЗВЗ это сильное замедление, если ты просто так ее ставишь зачем-то. Так, у Гуру плюс 2, у Снут только плюс 1. Хорошие фаербольчики от Снута летят. Роучи надо копнуть и отрегенить. Их что и делает Снут сейчас. Попытался подфаерболить Гуру. Подфаерболить не получилось. Еще реведжеров пили. 2-1 грейды готовы. Да, надо бы давануть, наверное, этого наглеца. Шпиль есть у Снута. Шпиля нет. В таких ситуациях, чтобы противостоять, например, смотрите, у Гуру роучи реведжеры, он может свичнуться в люру. Чтобы этому противостоять, мое мнение, надо шпиль иметь всегда. То есть... А здесь гидры не будет много, просто резкий свич мутку или ру можно нивелировать, как бы. Так, ну плюс 2 заказывает. Принимает бой с Гуру, фаерболами пильнул, можно было не пилить, только сам себе помешал немножко. Кошка диван, ну кошка резко заходит. Помните, кошка свое кресло там. С мамой дрыхнет, у нее место есть свое там. Один раз она заходила. Забегание со стороны Гуру идет. Тут нелепая, причем здесь фаерболы. Ну, хорошо фаерболы прошли. Здесь с двух сторон встречает Гуру. Ну как-то криво тут еще кто кого встретил-то, ё-моё. Снут отдал позицию, Гуру в итоге зашел. Вот Снут строит шпиль, да поздно он шпиль-то строит, ребят. Поздновато, я бы сказал. На люру приходят. Снута меньше, чем Гуру, значительно по лимиту. Там 18 гидралов заказано. Люру не может Снут минуснуть. Она просто с флешем разрывает, обратите внимание. Пошли фаерболы. Вот почему фаерболы накид. По люркерам. Да заказался Снут. 51 роуч. Вы видели? 50 роуч и 100 лимита боевого в заказе. Только благодаря этому Снут выживает сейчас и... Надо ставить, да, вот здесь базу, и здесь восстанавливать. У Снута 3-2 уже делаются грейды. Как-то с роучами, точнее, с люрой-то тяжело будет таким миксом драться, тем не менее. Несмотря на то, что роучи реводера сколько дофига. Снут заходит, минус люркер, минус еще люркер. Один всего остается у Гуру здесь люр. Смещает Снут в овертира. Неужели даже так пробреет Гуру? Снут просто царь, как у него бомбанет, наверное, сейчас. Это ж просто жесть будет. Смотрите, что Снут сделал. Он просто сверхприростом задает, блин, не, ну Снут молодец, что тут говорить, ребята. Такие игры, блин, прикольно переворачивать так вот, это, посмотрите, как это. Надо чувствовать игру, очень хорошо. Так, фаербола, но не хватило, коверов убить, закопался Снут. А чё он отступил-то, ё-моё, дожимай ты его нафиг, ё-моё. Не понял я, чё, Снут отступил что-то. Уполз назад, зачем? 200 лимита, вот это евро какая, вот только похвалил, вот реально только похвалил, и начинается евро ползалка взад вперед. Ну что ты, уже ты уже задавил, куда ж ты ушел? Снут думает, что все играют как Снут, и он думает, наверное, у Гуру тоже там 50 роучей в дозаказе, но блин, Гуру уже не Снут, Снут. Дави ты его нафиг, короче, уже. Все, что-то отошел, 200 построил, вернулся назад. Ну зачем, если можно было здесь тусоваться спокойно, блин. В двух направлений Снут у нас спуститься. Он проходит к камням сюда. 3-3 грейды делаются. У Гуру 2-1. У Снут сейчас третья атака уже доделается. Сейчас Снут просто Гуру разорвет грейдами.
Смотрите, как обманул, как молодого просто пробивал камни, не добил, пошел четвертый. Блин, ну смог молодцом, конечно, такие вот прикольные темы делают. Валютки разоказаны. Сколько уходит? Ну тут сейчас просто Greater Spire запилить, грудов и все, это минус буры будет. Мне интересно, напишут он что-нибудь в решающей игре или нет. Наступил Снубгуру 200, между прочим. Лучи Реведжера, люркеров сколько? Два должно быть. Один, два, один. Забыт здесь. Два люркера не перевернут замес, я думаю. Вот в чем прикол. Ну, чудом тут оверу успевает увести. Ну, с контролем Снута, как он фаерболы кидает, он, в принципе, реведжерами может, да, справляться с рулер, с люрой. Привет из Деймба. Забегает, вот он шпиль, но это не Greater Spire даже, это простой шпиль. Не знаю, почему Снут не хочет. Это тоже Снут, посмотрите, какие ресурсы. Добавь ты трудов против люры. Нахрен вот этим тир 2 драться с люрой, блин. Даже не тир 2 рауч, как тир 1 получается уже. А люра уже как бы, ну, тир 2 переходный на тир 3, я считаю. Идет гуру вперед, на ровном месте Снут здесь развел. Одного люркера потерял. Начинает давить. Надо в тыл заходить гуру сейчас. А как еще-то? Вот люра здесь копнулась. Надо в тыл заходить. Сплитится Снут. Сплит неплохой, но люры что-то много. Опять Снут проседает по лимиту. Но боевого больше, чем гуру. Смотрите, ё-моё, как Снут дерется, а? Какая чутье вообще. Отсюда подрался, отсюда зашел, сплетанул. Все развел в мясо. Убивает 40 роуч. Снут просто гуру заставляет бомбить просто сейчас. Он одними роучами убивает. Как будто бы специально. Вот реально, вот смотрю, как будто специально Снут так делает одними роучами. Может, конечно, не успеть такой. Ну просто сыграть четче, вот игрок, было бы это не гуру, какой-нибудь кореец. Он бы просто больше люры бы сделал, и все, вот это бы развалилось бы в мясо бы вообще все. И грейды бы делал бы адекватно. Не 2-2 бы на 3-3 бы было там, а получше. Так, гуру в правом нижнем углу отожрался. Здесь хатку установил. У него рабочих больше, чем у Снута. У Снута 30. Снуту надо добивать гуру, иначе беда. Гуру не восстанавливает гидры, кстати, много. Люры надо делать. А, газа нет. Ну, нет. Не, ну газа нет, это очень плохо. Заходит Снут с двух сторон. 160 на 100 боевого лимита. Разрывает просто в мясо гуру роучами. Это жесть. Если что творится. Ничего, гуру не пишет. Он просто покидает мяч, матч. Но в этот раз, если в шампанском, в предыдущем было, ну, в шампанском 7 атмосфер, как бы, если вы в курсе, я надеюсь, вы в курсе, считается, да, как бы, то здесь уже, наверное, тридцаточка вышла просто. Бомбануло как надо, короче. Снут 3-0, я делаю стоп-старт, сейчас с нулевой задержкой вернусь, расскажу вам, что завтра будет, ребят.